Всем привет, с вами Димитриус. Сегодня я вам расскажу и покажу, как взламывать игры с помощью программы ArtMoney. Для примера я взял игру Sims 3, которую моя племянница мне поставила на комп. Запускаем программу ArtMoney. Игра у меня уже запущена. Жмем вот здесь вот галочку, жмем ОК. Заходим в программу, в игру и смотрим, сколько у нас денег. Денег у нас 2492 доллара. Посмотрели, если захотели, записали значение, чтобы не забыть. В программе ArtMoney жмем кнопку «Искать». А. Для начала выбираем процесс с игрой. Вот он. Теперь жмем «Искать» и вводим значение. 2492. 2492. Искать точное значение. Тип. Целый стандартный диапазон адресов. Все. Жмем «Ок». Он у нас начал искать их. Все, нашел 13063 результата. Жмем ОК. Дальше идем в игру Sims. Один раз изменяем значение денег. Или покупаем что-нибудь, или что-либо продаем. К примеру, продадим холодильник. Жмем Delete. Все, 375 баксов прибавилось. Теперь значение у нас 2867 долларов. Это значение написано в левом нижнем углу экрана. Вот оно. Обратно идем в программу ArtMoney. Жмем Отсеять кнопку. Теперь вводим последнее значение после продажи нашего холодильника. То есть 2867 долларов. Жмем ОК. И опять ОК. Один. Адрес найден, забрасываем его вправо, меняем значение, к примеру, на 9 миллионов, жмем Enter, три раза влево, третий раз, когда вы нажали влево, вы это значение заморозили, здесь появился крестик, заморозили значение, значит, дальше идем обратно два раза вправо, щелкаем и идем обратно на поле значения, чтобы у нас изменилось оно. Дальше заходим в Sims, опять меняем значение и видим, что у нас значение изменилось. 9 миллионов 120 баксов. Дальше. Есть одна фишка. Никогда не продавайте или покупайте больше одной вещи, пока вы отсеиваете или ищете значение. Это первое. Второе. Это значение, замороженное наше значение, будет... Действительно, только пока не закроется программа или не закроется игра. Желательно, чтобы этот результат 9 миллионов сохранить, желательно перед выходом из игры ее сохранить тоже. Все, всем пока. Подписывайтесь, оценивайте, комментите. Удачи!